Всем доброго времени суток, господа товарищи. Рад приветствовать вас на канале 3G Kaiser. Меня зовут Григорий. Сегодня у нас интересный выпуск. Сегодня мы едем в новый магазин. Магазин Master Fish, который к нам приехал с Алматы. Наконец-то его долго ждали, почти год. Что могу сказать сразу? По промокоду 3G в магазине будет действовать 10% скидка. Нас там встретит очень интересный человек, которого очень многие знают, который также имеет YouTube канал. Ну, я оставлю интригой, кто это, вы сами увидите. В общем, едем в магазин Master Fish, смотрим на новшества, смотрим на бешеный выбор для спиннингистов, для карпятников, для фидеристов. Все это там просто вагон и маленькая тележка. Магазин находится по улице Кинесары, дом 46. И прямо сейчас носом упремся в магазин. Кинесары 46, как я и говорил, Master Fish. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, кто нас тут встречает. Макс Валерьян. Привет. Как нам повезло, что ты здесь. Я думаю, у нас будет очень интересная консультация. Да, у нас и магазин очень интересный, даже, наверное, намного интереснее, чем консультант, потому что здесь можно потеряться абсолютно в любой тематике. Ну, начнем, наверное, да? Получается, разделено по брендам. Вот это лишь малая часть, которая сейчас есть. Оно все будет довозиться, будет в огромных масштабах расти. Эта стена будет удлиняться, наверное, будет. Огромный очень выбор, ассортимент. В этой стороне представлены Lucky Johnny. Здесь сверху у нас есть мультиколоры, то есть миксы, да, приманки. Пачки идут, они вот три разных цвета, сразу взять. Два этажа представлены приманки Savage Gear. Это европейский бренд, и мы являемся единственными представителями в Казахстане этого бренда. Все цены стоят рекомендованы производителям, то есть вверх-вниз они не скачут. Вот как производитель сказал, цену такую мы и ставим. Такого количества саважира я не видел нигде и никогда. Здесь фанатик Петрош, ну это, наверное, уже всем знакомый. Классика. Да, можно здесь тоже выбрать. Дальше у нас идет Pro Pates, это тоже Россия. Здесь 750 тенге за пачку идет. Здесь у нас полоска идет селекторская, это Украина тоже представлена под микроджиг. Приманочки интересные. Они все у нас рабочие, у нас жара, знаменитый Денис Вихров, который ими пользуется, рекламирует их. И также много выборов фиолетового цвета представлено. Насколько знаю, да, фиолетовый у нас очень хорошо ловится, окунь. Дуо, воблера, тоже огромный выбор, ассортимент под любые условия ловли, с любыми характеристиками, любых размеров. Здесь представлены вертушки фирмы DAM. Это немецкий бренд, который самый первый в мире начал выпускать и продавать рыболовные снасти. Как Mercedes. Как Mercedes BMW, да. То есть они точно знают, какое должно быть качество. И соотношение к цене у них просто шикарное. Blue Fox всем известный. Тоже есть. Воблера Раполовские. Здесь джиг, вот Tokyo Rig. Tokyo Rig, да? Да, жесткий. Джиг-головки, крючки, есть разные вариации, чебурашки, проходимцы. Здесь у нас представлены офсетники фирмы VMC.
Также тройники фирмы VMC. Карповая тематика, крючки здесь уже карповые начинаются. Хаябуза, все оригиналы. Бананы, VMC карповые крючки. Самовые есть крючки. Сигнализаторы, поводковый материал, термотрубки, вертлюги. Фирмы ProLogic, это тоже европейское качество. Здесь три колонны полностью с приманками Lure Max. Это всем известные Maximus. Вот, они практически полный ассортимент от мала до велик. Помимо того, что здесь находится силикон, Savage Gear, предоставлены 3D-модели этого бренда. Вот они здесь наверху висят все. Начиная от 3D-рыбок, двух, трех, одна частных, заканчивая змейками, мышами, пауками, утки, лягушки. Вот здесь щуки. Все видели, наверное, да, как мы еще купили? Я видел, точно видел. Здесь огромный выбор всяких лягушек разных размеров, разными крючками. Вот, например, есть с дополнительным одинарным крючком. Сейчас мы переходим плавно к катушкам. Катушки тут тоже бешеные. Ну, то есть нету, я не вижу, так скажем, Китая голимого. Представлены катушки, огромный ассортимент, начиная от дамовских катушек. Здесь также есть фидер концепт, фидерные катушки. Есть модели 21 года. Катушки абсолютно всех размеров, всех характеристик, начиная от скоростных и тяговитых карповых катушек. Здесь найдете размеры от 500 и до 10 тысячных. Дайва, Шимана. Лексайт, это тот же самый Максимус. Вот таким пользуюсь уже год, и он вообще вот как новый, вот он лежит, достал, протер, и все. Вот морская катушка, это 8000-ная. Дамовские крючки сразу идут с леской, поводки готовы. А уже монтаж. То есть да, у кого нет времени сидеть навязывать крючки, можно приехать, взять на рыбалку, сразу готовы. Для петлю и можно ловить. Огромный выбор крючков, вертлюгов, карабинов бренда Turbo. Turbo — это наш казахстанский бренд. Для сама крючки мощные. Поддержим отечественного производителя. Поддержим отечественного производителя. Отчечки. Отчечки, да, здесь тоже Savage Gear. Фирменные, да? Рапаловский, все фирма. Цена у нас. Ну, цена фирменная тоже. Плавно перемещаемся к леске. Плетенки, поводочным материалом. Можно найти материал для шок-лидера, для спомпа, для карповой ловли. С спиннингистом Shimano Kairiki 8-жилки. Есть UGK. Это UGK? Да, это UGK. А что цена такая дешевая? Ну вот такая модель, такой модельный ряд. 3500. Притом очень достойная плетенка. 8,4-жилки. Да. Конечно, достойная. Флюорокарбоны поводочные по цветам, такая вот ядовитая дамовская леска карповая на 1000 метров, тоже вот такая ядовитая желтая есть. А играет роль в карповой ловле? Это больше играет роль для самого человека, чтобы ее видеть, понимать и так далее. Для рыбы особо нет, тем более в карпишинге там идет же лидкор, шок-лидер, а он уже ставится, ну, более... Короче, это просто, чтобы там, допустим, когда снег, там что-нибудь темное. Да, это чтобы видеть. Контраст, чтобы было. Да, чтобы понимать, где находится леска. И переходим к нашей фидерной теме. Все, Максим заворотался, все. По выбору кормушек, я сам, когда подхожу к этой витрине, у меня открывается рот, потому что здесь есть все абсолютно. Начиная от дюз, пуль, колодцев, закормочных кормушек, маркерных грузов. Есть вот такие вот новинки. То есть вот есть сербская пуля, есть наподобие сербской пули новинка, но здесь неудобно забивать, палец не проходит, и поэтому забивка получается не такая удобная и постоянно корябается палец. А здесь продумали и сделали под палец отверстие, то есть теперь удобно забивать прикормку в кормушку. Есть кормушки вот такого большого объема, тяжелые, 100 грамм.
маленькие, вот такие десятки, пятнашки, двадцатки маленькие, наперстки они называются. Это для ловли на ближней дистанции, в темпе, мелкой и средней рыбы. Есть вот такие кормушки закрытого типа. Здесь есть рычажок, можно открыть, можно закрыть. Также сверху колпачок закрывается. Готовые монтажи фирмы Orange. Здесь есть макушатники, пружины, флеты, также обычные кормушки большого объема. Готовые монтажи, сразу они идут с поводками, с крючками, с волосяной оснасткой. В отличие от китайских монтажей, здесь монтажи собраны очень качественно. То есть даже люди, которые сами профессионально собирают, делают монтажи, и положить рядом вот такой монтаж, он будет неотличим практически. Здесь жара, большие приманки. Денис Вихров, это, там есть жара, были которые микро, а здесь представлены более такие мощные приманки на крупную щуку, на судака. Теперь Макса чуть выдернем из его стихии и перейдем в наш. Потому что я тут увидел первый раз спиннинги фирмы Savage Gear, как правильно, не знаю, сейчас посмотрим их тоже. По спиннингам нам поможет более подробно рассказать Евгений. Друзья, всем привет, меня зовут Евгений, я продавец-консультант магазина MasterFish. У нас новая линейка спиннингов от Savage Gear, одна из топовых серий SG4. Здесь представлен очень широкий ассортимент удилищ от ультралайта до супертяжелых. Для ловли сама, ловли щуки, змееголова, ну, все различные зубастые рыбы. Данные спиннинги сделаны из уже всем известного топового карбона Торей, это японский карбон. То есть фурнитура, бланки, все сделано на высшем уровне. От 0 до 5, до 7 грамм. Есть такие, да. Но хочу заметить одно, что данные спиннинги позиционируют как джиговые. То есть у них более жесткий строй, да. Это серия SG2, она немножко побюджетней, здесь немного другая фурнитура, более карбон, ниже классом, плюс, естественно, цена демократичная. Та же самая надежность и качество, но цена чуть пониже. Да. Это как Mercedes S-класс и E-класс. Все верно, да. Большое количество удилищ компании Savage Gear. Есть как и Солты, Парабеллумы, все удилища выполнены на высоком уровне, лучше прийти к нам и, естественно, потрогать. Кстати, я рекомендую потрогать сначала вот их, у них прям какой-то хват, как будто прорезиненный. Да, над этим удилищем долго работали, у них очень интересный дизайн в плане цвета, в плане покрытия, здесь матовый лак, но лак на ощупь как будто бы прорезиненный. Далее идет у нас спиннинги от компании уже Dan. Здесь тоже есть несколько линеек, Культ, потом идут Солты также, Intense. Очень широкая линейка, также удилища выполнены на очень высоком уровне, качественно. Тоже есть как бюджетные серии, так и дорогие серии. Те, кто интересуется современными тенденциями, это наноджиг, мормышинг и так далее и тому подобное, есть отличная палка от компании Фаворит под названием Арена. Это тест от 0 до 4 грамм, то есть палка прям лапша, то есть будет кидать в принципе любую мормышку, любые джиголовки легкого веса. Вот они представлены в таком цвете, в коричневом и в очень прикольном желтом цвете, необычном. Есть у нас спиннинги телескопические, у кого нет возможности возить длинные удилища, есть вот такие вот компактные, также от компании Dan. То есть качество тоже на высоте. Стенд по карповой тематике, то есть это карповое удилище. Здесь представлен два бренда. Это бренд всемирно известный уже Prologic, как от бюджетной серии, это C-серия, и до топовых под названием Fulcrum. Уже люди заценили данные бланки, то есть с интересным катушкодержателем. То есть он вообще практически не раскручивается, то есть затянули, все, фиксирующая гайка. Также топовый карбон, отличные кольца, Prologic элемент. Тоже, на мой взгляд, очень достойный бланк, очень легкое удилище. Здесь кольца уже с тонкой металлической вставкой,
облегченные. Данными удилищи я уже тестировал, бросал, очень бросковые. Прям, я думаю, вам понравится. От 3 метров до 3,90. То есть можно подобрать для любого карпятника с разными тестами, с разными длинами. Я вернулся. Продолжим тему удилищ. Здесь у нас представлены маховые удилища фирмы ДАМ. Также от 3 метров. Вот таких вот тоненьких, изящных, сидеть, ловить под берегом. Будет очень приятные тактильные ощущения с таким удилищем. Оно очень легкое и очень гибкое. И далее идет 4 метра, 5 метров, 6 метров. Это более быстрые удилища, более легкие. Также 5, 6, 7 метровые, с которыми можно бороться даже с самым мощным карпом. Ручки подсаков 3 и 4 метровые, они штекерного соединения и с металлической резьбой. Переходим к фидерным удилищам. Представлены фидера компании Zemex, начиная от серии Iron, пикера 3.6, 3.9, 3.3. Далее идет High Pro, и с этой стороны идет серия River, Rampage. Это хэвики и экстра хэвики для тяжелых грузов, для суровых условий. К фидерам компании Zemex у нас есть дополнительные вершинки. И самый-самый интересный момент. Есть вершинки, называются титановые. Они разработаны специально под Zemex-овские фидера. Отличительная особенность этих вершинок, то, что можно делать вот так. И с ними ничего не произойдет. Да. То есть вот до сюда идет карбон, и отсюда начинается уже титан. За вершинку можно не переживать, они продаются отдельно. Вы видели это? Сейчас, подожди, повторим еще раз на камеру, прям, я думаю, вдруг. Не отпускай. Вот он на палец намотал кончик, посмотрите. Жесть. И он вернулся в свое прежнее состояние. То есть вершинка не поломается, максимум, что произойдет, отстрелится кормушка. Здесь представлены матчевые удилища для ловли на поплавок с дальним забросом, матчевые поплавки. Они похожи на фидерные удилища. Единственное отличие, здесь нет вершинок, они несменные. Здесь очень малого диаметра находятся кольца. И эти удилища, они облегченные. То есть для того, чтобы было комфортно ловить на поплавок. В общем, это был первый зал, который касается крючки, приманки, удилища. Теперь мы переходим в следующий зал. Зал для карповиков. Карповики, присядьте на стуле, а то попадаете. Плавно переходим в зал номер 2. Здесь сразу с левой стороны выбор чехлов. Чехлы разных длин, размеров, характеристик. Чехлы тоже дамовские, немецкие. Цены очень демократичны. И здесь уже далее идут чехлы 24-30 тысяч. Тоже разных длин, размеров. Здесь уже много дополнительных по бокам всяких кармашков. Под ручки подсаков для удобства. Головы подсаков. Вот о чем мы говорили. Да, под которые есть ручки прорезиненные. С большой сеткой, с мелкой сеткой, из ткани, есть форелевые и для ловли нахлыстом специальные подсадчики. Садки на мазу, они тоже идут прорезиненные. Они же длинные, да, такие? Да, это, ну вот это 2,5 метра садок, самый ходовой, прорезиненный. Очень удобно, прорезиненный тем, то, что он быстро сохнет и не воняет так сильно. Садки фидер концепт. Они тоже разные модели, разные длины. Здесь 4-метровый фидер-концепт есть. Как раз это то, что подходит для фидерной ловли. Чтобы длинный садок, чтобы рыба себя свободно чувствовала, чтобы когда ее отпускать, да, она вся осталась живая. Это идут уже складные подсадчики. Также есть прорезиненные, тканевые, с разным видом сетки, с разных длин. Они телескопически идут, складываются и получаются очень компактные. Здесь у нас вот уже карповые большие подсаки.
для таких свинюшек 10-15 килограммов очень удобно. А карповая ловля, как вы знаете, у нас сейчас стремительно развивается в Нур-Султане, так же как и фидер, в принципе. Да, и такие большие садки все больше и больше спросом пользуются. За стендом садками у нас представлены род-коды абсолютно разных категорий, разных размеров и разных характеристик. Есть вот такие вот классические, сразу они с подставкой идут, под 4 удилища, они складываются. Вот так вот. Получается компактные очень. Есть вот такие вот стойки с регулятором уровня, да, чтобы правильно выставить все. Также есть карповые маркерные колышки, они продаются в паре. Также вот такие вот лопатки для закорма. Кобры для доставки бойлов на дальние расстояния. Они тоже идут разных размеров, разных длин. Можно кидать бойлы. Цена 4,5 тысячи. Ну это Европа. Это качество. Да. Вставки для ручек подсака. Они плавающие. То есть, когда ждем рыбу в подсак принимать, эта ручка будет удерживать его на воде, плавучесть, да, и будет легко работать с ним. Маты, карповые мешки различные. Ну, карповые маты, кто не знает, это в них вытаскивают карпа, отцепляют там, смотрят, взвешивают и отпускают. Да, чтобы карп не поранился, не травмировался. Потому что такая тушка, когда по камешкам скочит, да, чтобы он остался живой, здоровый, чтобы в следующий раз приехать, опять его поймать, поцеловать и отпустить. Компании ProLogic предоставлен огромный выбор одежды, начиная от теплых осенних, весенних курток, заканчивая футболками, кепками, ветровиками, дождевыми куртками. Дальше представлены различные сумки, рюкзаки для спиннинга, для карпа. Имеется карповая монтажная станция на ножках. Складываются ножки, раскладываются, ставятся, и здесь можно заниматься карповым монтажами. Прорезиненный чехол. Можно туда после рыбалки торопясь забросить мокрый садок после рыбы. И этот чехол не будет пропускать ни влагу, ни запах. Когда испортилась погода, что-то быстро надо собраться. Собрался, все туда закидал вонючее. Да, и неприятных запахов в машине не будет рыбных. Огромный ассортимент всяких коробочек на любой вкус и цвет. Начиная от вот таких маленьких для мелочевки и заканчивая такими разными, да, конкретными. Здесь есть линейка также для удобства, если делать как по поводки, да, мерить. Много разных отделов, матрешки под разные мелочевки, под прикормку. Сюда кукурузу, сюда горох, сюда пшено, и оно все отдельно хранится вот в такой вот коробочке. Очень удобно. Не смешивают запахи, да? Да, и не смешиваются запахи. По одежде также есть жилетки с капюшоном. Такие приятные на ощупь, очень легкие. Футболки, куртки ветронепродуваемые, непромокаемые. Вот такая есть очень интересная модель. Выглядит как рубашка, но она толстая, плотная, и в ней будет не холодно и весной, и осенью, и в холодные ночи. Это такие вещи, которые один раз купил, и можно носить и внукам передать, и детям. Еще очень интересная витрина – это прикормка, карповое питание. Стенд с компанией Green Fishing, прикормки для флет-метода, для фидера, для поплавочки. Ты, Макс, извиняюсь, какую предпочитаешь? Ты же вот постоянно что-то месишь, что-то хочешь. Я? Green Fishing? Green Fishing отлично работает. По нашей рыбе также тут карповый, лещ, плотва, бигфиш. Можно подобрать под любые условия. Работает у нас и как на Нуре, так на Ишиме, так и на водохранилищах, на всех. Эта полка идет методный корм от компании Техкарп. Методный корм — это для флет-кормушек, которые идут с плоским дном, с плоским грузом. Этот корм, он липкий. То есть он отправляется на этой кормушке в воду, кормушка на это дно падает, корм сверху. И он начинает потихоньку работать. Ловят методом в основном карповую рыбу. То есть можно словить крупного карася, карпа, сазана, изя. На нижней полке находятся бойлы. Здесь есть варенка, закормочные бойлы, есть поп-апы насадочные. Поп-ап. Поп-ап, да.
Это не пуп-ап, это бойлы, которые плавающие. Бойл, снизу крючок, и он вот так парит в воде. 12 миллиметров, 15 миллиметров. Также есть тигровый орех. Ты, Макс, так сказал, что он, наверное, ценный. Тигровый орех, он сейчас набирает обороты, популярность, и наша рыба его уважает. Зерновые, кукуруза, миксы, каши, фишбери. Здесь представлена вся линейка пеликановской прикормки, пеликановской ароматики на любой вкус, на любую рыбу, на любые условия, на любой сезон. Рыбные бойлы. Понюхай, как они. Какая ароматика. Прикормка компании Turbo, наша, отечественный производитель, является бюджетной, ее можно использовать как самостоятельно, так и с чем-нибудь. Да, так и как добавку. Так же, как базу можно использовать. Здесь представлен пелец и бойлы компании Динамит. Карпятники наши знают прекрасно эту компанию, все пользуются. Очень рабочая, популярная тема. Есть мелкий пелец, также для флета. То есть это идет кормежка крупной фракции. Крупный пелец, есть насадочный пелец, начиная от 8 миллиметров. То есть вот он, насадочный пелец. Здесь отверстие есть в середине, чтобы чтобы насаживать на волос. Да, спиннингистам, по-моему, до карпятников далеко еще. По всяким примочкам. Вот такая штука. Она дает флуоресцентное облако мути. Далее различные дипы. Обмакивать, обволачивать насадку. Также спреи брызгать на насадку. Форелевая паста. Для тех, у кого есть возможность выезжать, да, ловить форель. Есть форелевые насадки. Это паста в виде пластилина. Она просто катается в шарик, насаживается на крючок, и на нее ловится форель. Очень хорошо ловится. Еще есть третий зал. Переходим в третий зал. В третьем зале у нас представлена туристическая тема. Кресла, карповые, обычные палатки, лодки, обувь представлена. Выбор термосов Арктика. Столики, инструменты, ножи, наборы. Карповая обувь, тоже про лоджик. Фонарики, следопыт. Различные и как налобные, так и подвесные. Раскладушки. Вот карповые кресла есть. Есть карповые кресла с отвесами. То есть тут столик для удобства, чтобы сюда поставить насадку, заниматься монтажами. Подставка. Вот два удилища. Такая удобная обувь, очень легкая, неощутимая будет. Грамм весит. Тоже я хочу сказать, что для берцев они достаточно легкие, довольно-таки легкие. Есть просто стулья, они все очень мощные, удобные. Зонты для рыбалки, это Фидерконцепт зонт, палатка Куб фирмы Хигаши. Очень качественная палатка, очень надежная. Все фиксируется вот такими вот застежками, пуговицами. В плохую погоду можно закрыть. Хорошая. И это сортир трех сторон. Позаботились о вас, и на входе можно взять корзинку, чтобы было удобно с ней ходить. Можно выбрать, надо накидать товар в корзинку, и идем на кассу. На кассе вас встретят очаровательные девушки, которые, помимо того, что вы приобрели, дадут в подарок фирменный пакет, положат нашу прикормку и баб с логотипом магазина фирменный. Также комплект наклеек на машины, на снасти, на ящики, наклейки нашего магазина. Оплатив свою покупку, можно поучаствовать в лотерее. Беспроигрышная лотерея,
Например, вот я сейчас вытяну билетик. Здесь я выиграл 5000 бонусов. То один есть бонус? Один бонус это 1 тенге. И я могу его потратить с 1 июля по 1 августа, придя в магазин, и оплатить бонусами 30% от суммы покупки. На 15 тысяч билетов? Да, можно. 10 отдаете. 10 отдаете. Да. Это, Гриша, тебе подарок. Спасибо, благодарю. И такой подарок ждет каждого покупателя. Каждому новому покупателю мы выдаем скидочную карту размером 5%, регистрируемся, и карта является накопительной. Приходя, совершая покупки, накапливаются бонусы 7%, 10%. И можно прийти, назвать свою фамилию, если забыли карту, и уже по фамилии приобрести скидку. Ну вот, господа, товарищи, побывали мы с вами в Мастер Фише. Я надеюсь, вам понравился наш репортаж. Что магазин действительно большой, большой выбор, большой ассортимент всего на для спиннингистов и карпятников, тут есть все. Поэтому добро пожаловать, пока действуют скидки, накопительная система, подарки. По промокоду 3G в магазине будет действовать 10% скидка. Вперед все, сломя голову сюда. Все, всем спасибо, всем удачи.